Напротив остановки Выборгская в ночь на среду в фонарный столб врезалась Toyota Mark II. Автолюбитель ехал в направлении центра города и потерял управление, оказавшись на обледенелом асфальте. И дело было вовсе не в большом темпе движения. Скорость у меня была 50 км в час. И, ну, делать примерно предыдущий столб. Ну, я почувствовал, что машину начинает заносить. Пытался выправить ее. То есть мне в другой бок развернуло и уже, ну, просто вот боком. Как бы вот этим краем мы в столб уже въехали. А почему машина плывет? Дорога скользкая, ну, гололед. На протяжении этих 30 метров, расстояние от одной световой опоры до другой, шофер отчаянно пытался совладать с вращающейся как волчок машиной. Автокарусель была настолько ощутима, что ее почувствовал даже дремавший пассажир седана. Иномарка ударилась о световую опору левым бортом, как раз с той стороны, где сидел горожанин. Очнулся? Ну, я уже засыпал просто. Чувствую, машина начала вилять. Открываю глаза, и вот мы в столб летим. Благодаря небольшой скорости и счастливому совпадению оба мужчины отделались лишь царапинами. А вот Toyota нуждается в серьезном ремонте. Восстанавливать безукоризненно отслужившую ему почти 2 года иномарку владелец планирует на средства, которые собирается взыскать с дорожной службы. Он уверен, что если бы асфальт отвечал требуемым нормам, то ему не пришлось бы провести полночи у разбитой машины. С места происшествия Кирилл Новиков, Мария Склярова и Виталий Векслер.